Это оперативная съемка, чтобы вы сейчас... Ну, а почему они? Я же учусь. Ну, сюда, сюда. Да? С военкоматом мы? С Октябрьского. Это вот повестка. Познакомься. Здравствуйте. Александр? Да, здравствуйте. Здравствуйте. С военкомата можно приговорить? Вот повестка в армии. Почему-то у нас данных нет о том, что какая-то срочка или еще что-то должно было быть. Сейчас я позвоню знакомому и так далее, но мы, в смысле, узнаем, почему так это. И вот на кафедру сейчас позвонят, да. Просто я-то как бы вообще не парился. Они сказали, сессию сдайте, заплатите. Я такой заплатил, все, без проблем вообще. Ну, приняли проверки. Так я так служу на военной кафедре, что здесь? Подпишите, что вы приняли. Сейчас до машины дойдем, в военкомат проедем там. Вам зададут к военком. И... Тороплюсь, к сожалению, не могу. Нет, мы тоже торопимся. Мы тоже очень торопимся. Давайте как-нибудь... Может быть, подойдут, а слышишь? Не, время. Силовое прикрытие сказали прислать вам. Так что это... Пожалуйста, подписать и собираться, но... поедем в Камаз. Одеться придется и там... Ну, вещички пока не надо, конечно, брать. Ну, вдруг человек, когда холодно, давайте, либо это... Давайте проедем. Не, давайте проедем. Не-не, проехать, не, никуда не поедем. Ну, далеко не убегайте. Говорят, меня в армию забирают, то, что мои документы в ПГСХ не дошли. И вот сейчас за мной дружинники пришли, говорят, мы тебя в армию забираем, все. Знакомьтесь сначала. Нет, я знакомлюсь, сегодняшний день не буду. Дай мне, пожалуйста, юриста. Все обстоятельства, почему так получилось. Видите, я-то деньги заплатил за обучение. Они сказали, все в порядке, я даже ходил в военный отдел. Я не знаю, почему такая вот, просто... После института я поступил сразу на военную кафедру, вот, на высшую учусь. Документы можно посмотреть? Ваши. Я работаю с военкоматом. Главный специалист в управлении общественной безопасности. Угу. Скажи в камеру. Напугали парня. Ладно, 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 согласен. Хорош, хорош. Ну, блин, действительно, я в БГСХ учусь, как бы все заплатил и так далее. В принципе, если бы сходить в армию, то, конечно, проблем бы не было. Конечно, я испугался, потому что меня сейчас в армию заберут, а мне надо туда-сюда на работу и так далее идти. А я что, на военной кафедре? Просто так убегаешься. Что, здесь смотрели? Это был прав. Запомни это. Ну ладно, ребят. Не знаю. Саша. Это был пранк, братан. Я так и думал, что ты. Да я проснулся только. Если честно, я реально так такой, чё? Серьезно, что ли? Вы серьезно? Не обижайтесь. Я сейчас одевался, что ли? Не обижайся. Это к 23 февраля.